Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И сегодня я хочу устроить презентацию своей книги. В общем-то, наконец-то, да, я созрел и буду выкладывать некоторые романы в процессе правки на общее обозрение бесплатно при этом. Что самое интересное, да, бесплатно. Так вот, первым в вход пойдет как раз роман «Неуловимый Сигурд Кёниг». Это, да, одно из самых моих интереснейших произведений, которое хоть как-то, хоть с какой-то стороны может быть рассмотрено как реалистическое. Да, это произведение входит в октологию Аранео. Аранео — это такой город. Город, который придуман, собственно, непосредственно мной, находится в России. И, в общем-то, 8 романов уже написано про вот этот вот город. И в нем происходят определенные события. Неуловимый Сигурд Кёниг начал всю эту эпопею, связанную с Аранео. И, в общем-то, наверное, это один из самых сильных романов в данной октологии, который, в общем-то, следует прочитать. Особенно, если вам нравится мое творчество, очень сильно рекомендую. Начинается все с предисловия, посвященного Пифагору. Пифагор говорил: «Начало – пол дела». Да. Цитаты есть. Так вот, с чего же начинается роман? В романе определенная интересная структура. Во-первых, каждый раздел включает в себя главы. С одной стороны, посвященные уже взрослому Сигурду Кёнигу, который по воле случая стал бомжом, в общем-то. Вторая часть уже, вторая глава обычно посвящена Эмилии Атталь, которая является подругой, бывшей подругой вот этого Сигурда Кёнига, и которая жената на, в общем-то, политике Королькове, который вот как раз и сделал вот это вот убийство в парке Бердяева. Да. Почему роман называется «Неуловимый Сигурд Кёниг»? Потому что негодяй, вот этот политик гадкий, Корольков, убивает человека на глазах у бомжа и своей жены. Но жена, в принципе, в курсе, что у нее муж убийца. Все хорошо с этим, как бы. Проблема в том, что он стал свидетелем. И в итоге он убегает, в общем-то, от них и скрывается, и его ищут. И на этом основывается, в общем-то, завязка произведение. Продолжим по главам. Вторая глава обычно посвящена Атталь, тоже взрослой. Вот ее, она в современности. Как она стала женой политика, вот Лев Богданович Корольков, этот самый политик. В общем-то, вторые главы посвящены этому. А также есть главы, которые разрабатывают, в общем-то, детство двух вот этих вот героев. Как они вместе познакомились, как они общались, что, в общем-то, да, их связывает, и как они, в общем-то, развивали свои отношения на протяжении долгих лет, и когда эти отношения прекратились, и как они, в общем-то, что с ними случилось после того, как они, в общем-то, перестали видеться. Эмили Наталь, вот она. Да, вот семья и рождение персонажа прописано. В общем-то, роман довольно-таки большой. И довольно-таки подробно разрабатывает, прорабатывает жизни вот этих вот персонажей. И это очень смешной роман, потому что впоследствии мы придем к такому интересному персонажу, как Диоген. Диоген с отсылкой на Диогена Синопского. Правда, это уже Диоген Аранейский будет, потому что из города Аранео. А также здесь можно будет встретить ссылки на многих известных современных поэтов, так скажем. И не только, не только. Роман переполнен отсылками не только к классическим произведениям, но и к современному миру. В общем-то, произведение очень интересное. Оно действительно довольно-таки реалистичное. Если вам не нравится фантастика, а большинство моих произведений это философская фантастика, то именно «Неуловимый Сигурд Кёниг» это то, что вам нужно. Да, очень хотелось бы, чтобы вы прочитали эту книжку. Она действительно одна из самых лучших, написанных мной. В общем, рекомендую. Спасибо большое за внимание.